Всем привет, вы на канале Папа Фан 2 Машинки. Ребята, из сегодняшнего дня я начинаю проходить игру Need for Speed Payback. Давайте начнем вместе. В принципе, наверное, поздновато, но что-то мне захотелось поиграть в эту игру. Так что, ребятушки, давайте все-таки начнем, да? Так, первый запуск и смотрим, что здесь вообще происходит. Проиграешь. Я уже победил. Вы просто пока не в курсе. Кто первый до аэродрома? Про дороги речи не было. Так, начинаем. Друзья мои, что я заметил, то, что здесь управление немножко такое сложноватенько. Так, наша задача... Кто последний моет раму машины? Наша задача вот в эти арочки попадать. Да. Управление, конечно, отличается по сравнению с NFS в Android-версии No Limit. No Limit, друзья мои, немножко здесь по-другому все управление. Тачку заносит. Ничего себе, смотрите, разгончик пошел, да, нитру включил. Так, хорошо, неплохо, конечно, начало очень даже прикольное. Иха! Так, какой-то маг. Ну, машиночка у него тоже здоровская, да, посмотрите. Так, что-то я не понял, а почему меня перекинули? Ага, я теперь должен управлять этой тачкой. Я надеюсь, они не разбиваются. Господи, ты ваш, ты мой-то. Друзья мои, немножко притормозить, а то что-то совсем кошмар творится. И ускоряемся. Их ты. Подожди. Я тебя просто жалела. Так, Джессика Миллер. Сейчас мы за нее, похоже, будем тоже гонять, да? Так, BMW-шка, смотри. Трешка, что ли? BMW M3, похоже. Так. Ты мог бы даже обогнать, если бы меньше рисовался. Здесь, в принципе, и разговаривать-то можно, это и не разговаривать. В принципе, друзья мои, тупо здесь у нас все персонажи за нас делают, да? Так, что-то я ручником переборщил, похоже. Давай, приятельница. Все думаешь, что подружка. Уже побеждает. Я тебя впереди не вижу. Короче, я давно не играл в компьютерной версии гонок, поэтому немножко нужно привыкать к управлению. Все-таки Android-версия и компьютерные версии, связанные игры с машинками, отличаются управлением. Неплохо. Ты не думаешь, что всегда так будет? Я всегда на шаг впереди. Решено, Морган. Ты поведешь приз. Я надеюсь на тебя и твою команду. Ну что я говорил? Лина Наварро лучше всех решает дела в Сильвер Роке. Да. Красиво звучит, Раф. Ты все это сам собрал? Если уделить время и внимание, художник из любого лома может сделать суперкар. Ну все, ребята, вы знаете, что теперь делать. Гуляем? Тренируемся. Погнали. Ну, мимика персонажей, конечно, не до конца проработана. Они двигаются все-таки как-то как куклы, да? Вот лицо явно не живое. В 2018, нет, она вышла в 2017, ребят, ну, можно было и постараться, наверное, мимику все-таки проработать почетче. Потому что прям кукольно все это выглядит. Так. Ребята, я привыкаю к управлению. Так, хорошо. Сейчас, наверное, буду чудить, так что
Не кидайтесь меня помидорами. А, и что ж тебя заносит? Господи, здесь я надеюсь, этого нет. Урона тачки. Вау, что я делаю? Я за место ручника нажал нитро. Ну, вообще красавчик. Так, вот здесь можно что-то подать. Вроде как прямая у нас начинается. Эч, аккуратней. Чуть-чуть. Так сделаем, и нас, наверное, занесет. Ой. Нет, ух ты, пронесло-то как. Эть, резкий поворот какой-то. Да что ты будешь делать, папа Фан явно, ну, не умеет играть в такие игры компьютерные, да? Да, ребята, я вам говорю, привыкать нужно. Так, хорошо, а? Да что тебя заносит-то, ё-моё, ребята, чё за дела-то? Так, я этого чувика не могу догнать, а моя задача его вообще нужно догонять или нет? Наверное, ну, так, смотрите, прямая. Вау, ручник. Ой, проскочить через арочку нам нужно обязательно. Да, хорошо. Что-то я не могу его догнать. Смотрите, отрывается и все. Потому что ездить не умею. Правильно, в повороты вхожу, но ничего. Кстати, заметил, вот на таком покрытии машина начинает заносить. И явно заносит. Смотрите, а чуть-чуть прям поворачивать начинаю, ее явно заносит. Ох, прикольно, так. Да, неплохо, чувак. Явно заносит. Так, какой-то резкий поворот, что ли. Давай, нитрушечка у нас вот немножко заполнился, но я что-то зачем-то наехал. Да что ты будешь делать? Явно не умею ездить. Смотри. Да что ты будешь делать? Мне явно надо привыкать. Так, все, короче, успокаиваемся и без суеты. А сколько у нас вообще будет длиться? А, вон, у нас справа наверху-то, смотрите, дистанция все-таки сокращается. Я думал, отбойник. Ух ты, повезло как. Ребят, что-то я не могу. Встречка. Эй! А, все, продолжаем дальше, что ли? Я думал, все, нас выкинули. Да, я отстал, кажется. Это моя первая встречка была. Так, я ее поймал. Точнее, это моя была первая пойманная встречка. Так, наверное, все-таки не везде здесь нужно нажимать на ручник. Можно просто на тормоз нажать, наверное. Короче, нужно привыкать. Я не знаю. Нужно кататься, привыкать. По-другому никак. Так. Давайте посмотрим. Город какой-то. Пусть богачи играют в карты и кости. Мы, рожденные в тени казино, испытываем удачу на скорости 100 миль в час. Все на местах? Джесс? Что за пределами трассы? Мак? Атака Мака готова к выезду! Ты назвал машину Атака Мака? Она сама себя назвала. Атака Мака. Привези мне машину, остальное моя забота. Сделай нас богачами, Тайлер. Вижу отметку. Шулер здесь. Ты посмотри! Ну что, отличный день для гонки. Маркус Вейр. Люди ставят 4-1, что ты займешь первое место. Этот прототип меня не подведет. Вопрос в том, справишься ли ты? Чё-то я сомневаюсь, друзья мои. По-моему, я не справлюсь. 1000 лошадей. Да. Я справлюсь. Тысячка был. Уроки учил. Черт возьми. Теперь слушай. Второе место мне не даст ни хрена. Понял? Я вижу, ты. А вот здесь мимика уже более-менее так. Но все равно глаза какие-то кукольные, не двигаются, да, по сути. А у этого чувака еще более-менее как-то проработано. Так, хорошо. Сейчас мы будем сливать гонку, похоже. Но, судя по всему, тачка мощная. Ну, наверное, по сути, должна. Мы едем сейчас по городу, по асфальту, друзья мои. И, соответственно, у нас, по сути, сцепление с дорогой будет неплохое. Господи, так. 200 километров в час. Уже перевалило за 200. Так.
Ребята, я не знаю, что буду делать. Главное, без святы. Давайте нитро. Нитро, а то что-то отрывается, по-моему, от нас. Ну я даю, конечно. Ну я даю, ну ездок. Эй! Ничего себе! Ты здесь без ручника вообще делать нечего, представляете? Вот реально здесь без ручника делать. Вот, смотрите, заднюю это там просто тормоз нажимаю, ничего не происходит. Здесь ручник должен работать везде, причем кошмар какой-то. Да, это вам не NFS No Limits на Android версии, друзья мои. Это что-то уже все посерьезнее. Нужно привыкать к управлению, нужно чувствовать тачку. Так. Стартовая площадка готова. Так, ух ты. Что это было сейчас? Зачем он так сделал? За 2 миллиона долларов. Можно я напомню, как сильно я тебя знаю? За 2 миллиона долларов. Мы сейчас тачку просто уничтожим, похоже. Если будем дальше так скакать. Подождите, я... Доставьте машину. А, здесь задача, как просто доставить тачку. Куда я уехал? Внимание всем ведущим погоню. Регион, ребят, я куда-то уехал, короче, я не знаю. Но едем, раз дают нам... Я явно нуб. Так. Я куда-то уехал, похоже, нужно возвращаться обратно на трассу. У нас время, сколько, 2 минуты остается. Да, вот это каша. Так, возвращаемся обратно. Что-то я по встречке, кажется, еду. Да что ты будешь делать? Так. Принято. Привет, чувак. Так. Куда ехать? Ребята, уже 1,5 минуты или сколько-то нас. Доехал, кажется, да? Или нет? Я не знаю. Здесь куда? Что происходит? Что происходит, ребят? Мы не туда едем. Так, смотрите, как круто получилось. Чем резко так развернулся? Подожди. Я не... Ай! Да что ты будешь делать? Еще ж я нитро нажму. Да как? Ой, короче, я профукал. И... О, здесь тупик, что ли? Ничего себе! Эй, приятель! А что за лаги-то? И что за лаги еще были-то? Так, ребят, все, 50 секунд. А, полицейские меня не поймали, кстати. Так, нужно привыкать. Явно нужно привыкать к управлению. Прошу сообщить местное. Да я здесь еду, ты, ё-моё-то, а вот этот арочку вижу, друзья мои. А я их пропустил, что-то в тот раз. Подожди, что происходит? Кажется, вот здесь еще арка или кто-то остается. Я не знаю, правильно делаю или нет, но что-то я, короче, пытаюсь сделать. А, надо было еще в тот раз. В тот раз, помни, я с трассы съехал. Надо было все-таки по этим арочкам там проезжать. Все, похоже, я профукал. Дай. Задание провалено, повторить. Давайте начнем заново. А что делать-то? Ничего не поделаешь, придется начинать заново. Так, это был первый заезд такой серьезный, где я профукал просто. Просто как нубера какой-то. Так, ладно. Да доставим сейчас, не проблема. Рафу, кому угодно сейчас доставим, хоть на край света сейчас привезем. Так, смотрите, как я немножко... Я не... А, вот что. Я думал, у нас камера сменилась. А можно пошибать этих полицейских? Оторвитесь от полицейских. А можно реально их пошибать? Я что-то пока не хочу этого делать. Будет у нас задание, пошибаем. А так, без надобности, не будет пока этого делать. Да что ты будешь делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я совсем не вижу, куда еду. Внимание, все машины. Наверное, думаю, господи, что он творит? Что за ну папа фан? Что он творит, ребят? Вообще на изи здесь был. А теперь наша задача, наверное, оторваться от них. От копов. Ха, смотрите, что он делает.
Так, это какое-то сопровождение прям. Ого, БМВшка приперлась. Лаги начались. Так, хорошо. О, я на БМВшке еду. М3. Эй! Что? Что? А чё я такая слабенькая? Ну понятно. У нас не тысячи ЛС-ок, да? Лошадиных сил. Ну, понятное дело. Это БМВ М3, сколько здесь? Ну, 220 мы едем по городу. Я так и думал. Так, ну что-то поздновато я на бомбу сажал. Ну ладно. Короче, нужно привыкать, друзья мои. Друзья мои, нужно... Подожди, отбойник, а у нас начались. Отбойник, подожди. Ничего себе! Так. Давай, приятель. Девка, наверное, завернемся. Деваха, давай, не подводи нас. Да сколько ж вас здесь, смотрите-ка. Да чтоб тебе. Не, реально что-то подлагивает. Что я сделал? Кажется, меня сейчас опаньки и так я проскочил. Мак, ты как там? Так. Нормалойс. Ну что за рывки-то? Что происходит? Похоже, комп слабоват, подождите. Так. Есть, получилось. Так, это мы уже с вами видели. Так. Поставить призрав. Либо графику немножко нужно убавить. Я не знаю, давай, какая давай, у нас вот здесь графика я стоит, что у нас вообще происходит. Так, я опять на 1000 ЛС-ки еду. Я мои, я опять на мощненькой тачке еду. Ой, ай, я, кажется, довезу эту тачку с разбитыми колесами. Ну, конечно, нужно пересчитать еще столбы параллельно. Я лучший гонщик в городе, на одной из быстрейших. Да ладно, лучший гонщик, ты вообще не умеешь водить. Лучший гонщик, он в городе. Да, да. Давай, приятель, я, кажется, довез. Какого черта? Что происходит? Я еду. Раф. Стритрейсеры здесь. Я видела, они взяли эту машину. Спасибо, офицер. Что ты сделала? Раф тебе не сказал, что там под капотом? Мои покупатели. Что ты сделал? Он сказал девке, что ты сделал? Заплатишь, или что-то сделала? Уже в пути. Дом передает привет. Эй, что случилось? Навара. Мак. Обеспечь подмогу, я отвлеку копов. Но... Давай! Так, возвращаемся мы с вами к нашей ГТР-ке. Окей. Ой, вернулся. Ух ты, чуть не врезался. Так. Да что ж тебя так заносит, ребята? Она что-то больно мощно ее заносит. У нее что-то сцеплением с дорогами проблема, похоже. Либо очень мощный, слишком мощный двигатель. Так. Так. А здесь есть замедление, а, ребят? Я даже не знаю, здесь есть режим замедления, чтобы в повороты входить так чётенько, удобнее было. Ой, эти пальмы у нас не сбиваются. Так, понятно. Да что ты будешь делать? Я уехал с трассы, Извини, чувак, мне не туда. Так, здесь тусня какая-то происходит. Эй, приятель, аккуратней. Мне кажется, сюда. Ай. Не, ну я явно, ну... Я, ребят, готов читать ваши комментарии. Ты вообще не умеешь ездить, вот что-то в этом роде. А что, ребят, можете писать свободно. Когда-то мы все должны начинать. Ай! Припарковался. Так, вот лаги нам совсем ни к чему. Так, подождите. Принято. Ага. Полицейский тут... Ага, сеточка сбивается, да? не поймал. Я вообще не знаю, что происходит. Я вообще, короче, не умею ездить, ребят. Нужно учиться, тренироваться. Ну, конечно. Да что ты будешь делать? Что-то к этой тачке вообще не могу привыкнуть. Ребят, на карту надо смотреть. На карту надо смотреть. Ой. Диспетчер, красный
Раньше Тиар ушел вниз, к коллектору. Мы его не видим. Принято, Адам 12. Да. Топы отстали. Мой план сработал, Джесс. Хорошо, едем дальше. Да что ты будешь делать? И что ты делаешь? А здесь песок, что ли? Я не пойму. Поэтому нас перевернуло так чуть резко. Угу. Еще у нас 2 минуты практически в запасе. Ну, я не знаю, нам этого хватит или нет. Меня окружают. Что-то, по-моему, полицейские там уже какие-то серьезные пошли на других тачках. Ну ты вообще красавчик. Ну зачем по капоту дорогущей тачки-то скакать? Да. А где машина? Лина Наварро. Она нас обманула и забрала ее для дома. Да ну. Ты мне не нужен. Приятной отсидки. Хотя... Хочешь отомстить? Я тоже. Да. Пожалуй, сработает. Ты будешь козырем, а карты будут в моих руках. О чем это ты? Слышишь? Скоро приедут копы. Садись в тюрьму или... Работай на меня. Ешь, спи, води машину. Когда скажу. А со временем ты... получишь желаемое. А у меня есть выбор. Выбор есть всегда. Тачка Aston Martin, похоже. Садись. Да? Вот это вот. Допустим, ты встал рядом с классной тачкой. О чем ты будешь думать? Сколько она стоит? Может, за сколько разгоняется до сотни? Я скажу, о чем думаю я. Я вижу потенциал. Вижу острую грань контроля. Вижу долю секунды, когда на кону стоит все. Я вижу свою победу. Морган! Боссу нужна машина! Да. Скоро буду. Повеселимся немного. Так, доставьте автомобиль. Опять, что ли, доставить нужно тачку? Давайте босс, попробуем. Давайте попробуем. Это у нас Aston Martin, судя по шильдику. Шутишь? На капоте. У меня на радарах такая скорость. Ну и, соответственно, есть, по решетке радиатора. Так. Вот что бывает, когда нанимаешь гонщиков. Я уже не гонщик, помнишь? Условия для меня чички. Или меня зашкирили в тюрьму. Очень. У нас тут движение такое насыщенное. Так. Там даже баланса особо не надо. И в чем смысл, если тебе говорят, кто выиграет, а кто проиграет? Деньги, брат. Платят они от души. Да ё-моё. Заезды на скорость. Покажите наивысшую и среднюю скорость на контрольных точках. Состязание проводится по всей Фортуны Вэлли. Далее. Посмотрим, как может гонять эта детка. Так, что это было сейчас? Черт, хорошо-то как. Ну что скажешь? Могу дать тебе его номер. Не интересует. Эй, Тайлер! Босс не за то тебе платит, чтобы ты дурака валял. Видать, тебе эта работа не нужна. Переключить камеру. Понятно. Пора прибавить газку. Так. Радары. Чтобы попасть, поставить рекорд и заработать звезды, нужно проехать радар на максимальную скорость. Чем больше звезд, тем крупнее награды. Угу. Окей.
Тайлер, где моя машина? Не волнуйся, Уэйн, это угонять не буду. Вот как ты обращаешься с друзьями, Тайлер. Довезу я твою тачку, успокойся. Вовсе не так. Немножко придется ее перекрасить, конечно. Но все-таки я довезу ее. Я довезу ее, наверное, до конца. Так, ребята, минута остается. Я не знаю, где у нас финиш, а в принципе еще 2.5 километра у нас. Наверное, должен довести. А механик ваш? Если поторопиться. Бедный Соленаров. Думаешь, они захотят тебя видеть? 40 секунд. Тайлер, слушай меня. Я сейчас твой единственный друг. Так, еще километр, ребят, 20 секунд, что ли, сколько там остается? Сорок, 20 секунд остается и 500 метров, последние 500 метров. Ой, резкий поворотик, что-то прям... Так. Подождите, а, нет, еще это не конец был. Есть, все. Довез, нормально, с первого раза. Так, ну уже более-менее привыкаю к управлению. Это уже радует. Часики тикают, Уэйр. Или продашь казино, или мы его заберем. Отлично, поболтали. Макларен P1 проехала, по-моему, тачка. Прям из NFS No Limits. У меня там тоже такая же есть. Хорошо покатался, Тейлор. Сейчас не время, парень. Когда сдавать карты, говорю я. 6 месяцев прошло. Вылезай. Если хоть чуть-чуть помял мою машину, поставлю тебя водить мусоровоз. До завтра, герой! Все, Тай, пора ехать домой. Смотрите, какая-то старенькая спортивная тачка. Заеду быстренько домой, сниму. Отправляйтесь домой. Ну ладно, давайте домой доедем и уже наконец, наверное, остановим запись. Наверное, пока хватит. Тайлер. Так. Я не знаю, но эта тачка управляется по-другому. Что? Это я и понятно. Совсем другая техника. Слушай, приятель, видишь, я тут по встречке, я куда прилезешь-то. У меня шильдик Порш на заднице. Сам налажал, брат, сам и расхлебывай. Хотя, судя по графике, наверное, здесь все-таки не максималка у меня стоит. Гонщики. Это ваш куратор. Вы слушаете голос улиц, вещающий в прямом эфире из джунглей Фортуны Вэлли. Улицы зовут вас. Они полны уставших, разбитых людей, едущих домой с работы. Но ого! Вы, белки, это что был-то сейчас, полицейский, смотрите, там кошмарит кого-то. Явно за кем-то гоняются, ничего себе. Хватит ли вам вот это поворот. Эй, приятель, скорости. Только на меня не надо. Я проскочу же сейчас свою арку. Так, нормально. У нас на этой тачке даже нитро есть. На этой тачке даже нитро есть. Бандитская гонка. Ага, да что ты будешь делать? Так же нельзя. Мне там нужно быть. Гонять против товара. Зря я время трачу шулером. Ага. Да-да-да, конечно. Ага. Так, это мой дом. Давайте припаркуемся нормально, более-менее. Так. Это что так. Это за тачка? Я насчет уличных гонок. Дай мне тот номер. И что, мы должны начинать вот на этом вот хламе? Итак, у нас тут это типа наша тачка теперь, да? Да. Только так, доступна новая гонка. Эй, а где камера заднего вида, скажите мне? О, вот она. Так, отлично, это мы нашли. Это вид сбоку. Вот камера заднего вида. Открыть карту. М. Так, ну это стандартно открыть карту. Так, ребят, ну что, пока на этом мы остановимся. Вот такой был выпуск. Будем проходить эту игру дальше.
Будем снимать ее дальше, будем учиться. Давайте припаркуемся нормально, более-менее. У нас вон там диванчик стоит даже. Эй! Меня дальше не пускают назад, представляете? Какого вы меня туда не пускаете? Такое ощущение, как будто я в любой момент могу выйти из машины и идти пешком. Такое ощущение, как будто я в GTA. Но здесь нет такой функции, да? Что это такое? Сделать снимок. Сделать снимок. Ничего себе, мы можем сделать снимок. Вот это поворот. Вот это поворот, друзья мои. Вот это поворотик. Так, ладно, на этом тогда остановимся с вами. Вот такой был выпуск, кстати, давайте посмотрим, что за шильдик какой-то у нас. Что за модель Z, что ли, какой-то? Я не знаю, это, скорее всего, какая-то японская, нет, ну, задняя часть у нас явно не японская, да? И задняя часть у нас явно какая-то американская. Ладно, ребят, на это все тогда. Fair Lady, что ли, что написано, ребят? Fair Lady, леди, что ли, 240Z? А? Что это за тачка вообще? Я даже не знаю. Пишите в комментариях, если кто-то знает. Ладно, ребят, на этом все тогда. Подписывайтесь на канал, будем проходить ее дальше. Жмакайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Делитесь этим видео. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч. Папа Фан вас обязательно порадует чем-нибудь новеньким в следующий раз. Пока-пока.